Один такой очень хороший, наверное, способ, который мне не удается использовать, к сожалению, в силу разных причин. 100 страниц книг в день даст, мне кажется, ту опору, как бы ту альтернативу рваной, очень короткой и часто бессмысленной информации, бессистемной, которую человек получает через соцсети. Если это правило можно было бы просто ввести, включить, то вопрос по поводу соцсетей просто отпал бы, по поводу того, что человек туда затягивает. Они, наверное, остались бы как средство коммуникации, как СМИ даже, но не как вот эта вот болезнь просто цифровой зависимости. Мне кажется, что, в общем, ответ понятен. Он действительно лежит в плоскости получения более какой-то объемной, целостной, более ценной информации. Наверное, через книги. Наверное, мне кажется, что вот речь идет о том, что альтернативой может быть чтение.